Всем доброго дня! Вы на канале Вязания и с вами Наталья. Я снимаю уже четвертый раз. Четвертый раз. Третий дубль был. Все так хорошо говорила. И чуть-чуть осталось показать. Чуть-чуть осталось доснять. Буквально еще минуточку. А потом глянула, я даже не включила камеру. Ну вот так. Так бывает. Итак, совместный проект. Сегодня я отчитываюсь за совместный проект, который называется «Хомяк на диете». Организовала его Виктория Цой. Участвует в нем 16 девочек. Я на всех, вместе с Викторией и со мной, 16 человек. Я на всех оставлю ссылочку в инфобоксе. Проходите, пожалуйста, смотрите. Вдохновляйтесь, очень интересная работа. Я смотрю с удовольствием, когда есть возможность. Правда, не всем оставляю, не пишу, но редко когда пишу комментарии, потому что вот не получается у меня по времени, поэтому не пишу. Я работаю на удаленке, и сейчас такой период достаточно серьезный в том плане, что скоро экзамены, сейчас конец учебного года, сейчас отчеты, а так как я работаю социальным педагогом сейчас, то у меня идет связь с КДНом, с полицией. Вот на прошлой неделе общалась со Следственным комитетом, поэтому не всегда получается написать и... Но смотрю, я стараюсь смотреть всех. Поэтому советую, если мои подписчики не видели каналы девочек, тех, которые участвуют в этом проекте, посмотрите. Очень интересно посмотреть и повдохновляться можно. Есть что посмотреть, есть чем повдохновляться. Итак, проект большой, проект будет длиться до 1 августа. каждую неделю Виктория нам дает задание, по которому мы вяжем. Это задание на эту неделю море. И я хочу показать свои два проекта, которые я имею... Два проекта, к которым я работаю, и, на мой взгляд, имеют незначительное отношение к морю. Посмотрите. Да, он ближе к бирюзовому, но море, знаете, бывает оно и такого цвета, бывает бирюзовый. Я просто знаю хорошо, потому что я родилась на море, я много лет жила, практически всю свою жизнь прожила на море. И я знаю цвет моря. Бывает такой бирюзовый, знаете, бывает просто прозрачно-бирюзовый, очень красивый. Поэтому я джемперок показываю. И хочу рассказать о том, что я его показывала в теме лета на прошлой неделе. Я его вязала, он у меня был связан до конца, был связан рукав, ниже локтя один. Но когда я одевала его, он был на мне как на барабане, очень туго. Но надо было мне почти до конца довязать, чтобы потом взять и распустить. Понять, что туго, плотно очень сидит, я его распустила. И в прошлый раз, когда я показывала, он был у меня связан до сих пор. Я вот здесь, это круглая кокетка, я вот здесь увеличила. Чем бы показать? Приличным. Я вот здесь увеличила количество петель. То есть я делала дырочки через каждые 9 в 10, а сейчас я сделала через 7 в 8. Но все-то я распустила, а вот это распустить я поленилась. Вот здесь, видите, в 10. Я думаю, это не криминально. Поэтому я решила не распускать. За эту неделю я его продвинула, мой джемперок, смотрите.
вот на столько, вот на такой кусок, видите? Кстати, мне надо будет взять и вот этот маркерочек. Я вчера снимала недельный движ и забыла его переставить. Я его переставлю вот сюда и буду вязать дальше. Джемперок мне этот очень нравится. Я вяжу его из пряжи Нака Калика. 50% хлопок, 50% премиум акрил. И цвет этот 10873. 245 метров в 100 граммах. Вот. Пряжа мне очень нравится, хорошо ложится, так очень ровненько. И здесь, смотрите, какая ровная изнаночка, да? Пряжа очень хорошая. А спицы у меня, это у меня спицы 4, нитпро. А здесь у меня была тройка, но тройка у меня сейчас занята, поэтому я взяла 3,5 укороченные. Кстати, мне очень нравится укороченными спицами вязать. Это новый метал. Вот это новый метал нитпро. Очень нравится укороченными. Я дочери джемпер вяжу из Alize Cotton Gold укороченными. Мне очень нравится. В руке помещаются, нигде не давят, не трут. Вот еще у меня один мой процесс жакетик, который все, наверное, видели. Но тем не менее, как же это не морская тема? Посмотрите, цвет моря. Море бывает и вот такое, знаете, даже море бывает и черное, и бывает вот такое лазурное, прозрачное. А вот это разве не закат? Небо. Небо, море, да? Ну, прям супер. Значит, здесь я тоже хорошо продвинула. Вот здесь я вывязываю уже пройму. Ну, на обоих полочках пройму вывязываю. И буду двигать дальше. Здесь я вот переставила маркерочек. И буду... Ой, простите, пожалуйста. Сейчас я камеру поправлю. И буду дальше двигать. Да, это у меня 200 грамм. Смотрите, как хорошо расходуется, да? Много. Ну, в смысле, хорошо расходуется. Немного, а хорошо расходуется. И еще я начала одну вещь. Сейчас я вам покажу. Я вчера вязала до 3 ночи. Я вчера перевязывала, мучилась. Не то, что мучилась, просто... А это морской песок. Смотрите, какой цвет. Песочек, песочек. Это пряжа Нака Эстива. 50% хлопок, 50% бамбук. Но это бамбуковое волокно, то есть это вискоза. Поэтому, смотрите, он с таким блеском и скользкий. Скользкая ниточка. И цвет этого песочного песочка 37-77 и в 100 граммах 375 метров. Ниточка вот такая тоненькая. У меня есть обзор на канале на эту пряжу. Ниточка не очень хорошо скручена. И сейчас я вам покажу, что здесь у меня произошло. Так, а куда ж я дела? Сейчас. Произошло у меня, к сожалению, я не могу показать, что, потому что я почему-то у меня камера не включилась, и я исправила. Короче, смотрите, ниточка, она отслаивается. Сейчас я покажу, у меня есть вот здесь она. Вот, смотрите, вот видите, вот. Вот она, видите, отслоилась. Ну, расслаивается, вернее. Вот. И вот такая ниточка одна провязалась. За нее провязалась петелька. И я обычно поднимаю не крючком, а вот петлю уловителем от машины. Мне очень нравится, я поднимаю им.
Я все сделала, когда увидела, что у меня телефон не включен, камера не включена. Ну уж извините, я, если вдруг такое будет еще, я покажу. Так вот, я потом сделаю просто попетельный обзор. Я тут сейчас стала записывать. Ажур у меня есть на канале. Называется «Совместный проект со Светланой». Мы есть сезон узоров. И вот последнее видео Светлана придумала задание, которое называется «Любимый узор». Я связала любимый узор, это тот, который я сейчас свяжу, я так подумала, и его связала. Есть мастер-класс на этот узор. Брала я его из дропса, там с длинным рукавом, такая 3/4 рукав, футболка, но расчеты совершенно не дроповские, все это мое, как бы вот только вот этот вот узор я оттуда брала на рукава. Ну, идея, конечно, идея. У нее рукава связаны вот таким образом. И связано, наверное, вот здесь мне надо было вязать одну петелечку, делать регланную линию. А я сделала две, очень пожалела, потом уже сейчас жалею. Но переделывать я не буду это. Росток у меня только по переду идет. Я посмотрю, если мне будет мало, я еще сделаю азиатский росток небольшой. Ну вот, пока все я рассказала. Больше мне рассказывать нечего. Вот, пожалуйста, пишите. Буду очень благодарна тем, кто напишет комментарии мне на канал. Я хочу поблагодарить всех своих зрителей, всех своих подписчиков за то, что они у меня есть, за то, что они приходят, за то, что они пишут комментарии. И хочу пригласить тех, кто не подписан еще на канал, зашли посмотреть. Пожалуйста, подписывайтесь. Будем дружить, будем вязать. Я буду вам благодарна очень. И поставьте, если вы подпишетесь, то не забудьте поставить колокольчик, нажать на колокольчик, чтобы увидеть мое новое видео. А видео у меня сейчас я выкладываю каждый день, потому что так, знаете, говорят, не было бы счастья, да и несчастье повезло, да? В связи с тем, что мы работаем на удаленке, у меня появилось небольшой кусочек времени, и я его использую на мое любимое хобби. Поэтому приходите. Жду каждый день. И хочу вам сказать до завтра. До завтра, мои дорогие зрители, подписчики, друзья. Всем пока-пока.